В Комитете национальной безопасности подтвердили, что герои скандального экстремистского ролика – выходцы из Казахстана. Но они не являются членами одной семьи, сообщили в интервью нашему каналу начальник штаба антитеррористического центра КНБ Кендибай Адамбеков. Видеоролик мог быть сделан в целях пропаганды терроризма и экстремизма среди жителей арабского мира и Центральной Азии. По данным КНБ, среди запечатленных боевиков есть и супружеские пары с детьми. Сегодня, по разным сведениям, в Сирии воюют порядка 100 человек из Казахстана. У нас очень с многим государством есть безвизовый режим перемещения границ. Поэтому эти граждане, мы не можем сказать, что они выехали в ближайшее время. Они за последние несколько лет по различным каналам, по каналам выезда на учебу, по каналам туристическим и по иным каналам выехали за пределы страны. По всем этим фактам нами проводится соответствующая проверка. По предварительным данным мы можем сказать, что среди них есть и официальные лица, состоящие в официальном браке, есть так называемые названные жены, состоящие в браке по нетрадиционным религиозным мотивам. Сейчас сотрудники КНБ работают с родственниками боевиков, чтобы поспособствовать их возвращению домой. Пока обвинение героям видеоролика не предъявлено. Позже будет дана правовая оценка их действиям. Напомню, что недавно в интернете появилось видео о якобы 150 казахстанцев, находящихся в Сирии, которые прибыли туда для совершения джихада.